Ситуация в экономике России по ключевым параметрам в целом позитивная. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент провел его сегодня в Кремле. Глава государства отметил, что благодаря усилиям правительства и Центрального банка сохраняется устойчивость финансового рынка. Кроме того, безработица сейчас находится на рекордно низком уровне. По данным за август, примерно 4,5%. Стабильно низкое и значение инфляции. В то же время нельзя останавливаться на достигнутом. По ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная. Вместе с тем, вновь хотел бы повторить, системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан.